получается вот так. Вот. Вот. Или нужно таз смещать так, чтобы он был как бы вот бедро составлялось со ступней одной линии. Или просто ступню разворачивать так, чтобы таз удобно подходил и комфортно ему было. То есть что к чему приспосабливать. Сначала ставить ступню, потом к нему таз, одно. То есть сначала таз, а потом к нему ступню. Другое. Вот, да, таз разворачивается и видно, что взлом.